Давай. Нужно быть осторожным. Но! Давай! Уходи!
Ну что, поехали. Эйла! Лишь бы не заметили. Афининым будет нелегко навести порядок. Thank you.
Элла! Давай! Победа!
Виноградники. Даже Маркос не испортил бы такой виноград.
Стой! Здесь опасно. Надеюсь, меня не заметят. Звери. Клыки, ты спас меня и мои труды. Лекарство для статуи в окаменевшей долине. Зачем нужно лечить статуи? Ты ведь видел ужас на их застывших лицах? Это не статуи, а живые люди. Это что, болезнь? Я не знаю причин. Но хочу найти лекарство, эликсир, который не только исцелит их, но и позволит другим не бояться окаменения. Оно оживляет тех... кто был обращен в камень? Ну, ничего себе. Да, ну, не совсем. Но у меня осталась одна порция. Чтобы сделать еще, мне нужны ингредиенты. Что нужно? Не так много, и все можно найти в виноградном ущелье. Если принесешь мне ингредиенты, сделаю и тебе эликсир. Я все принес. Прекрасно. Тогда запомни, что нужно найти. Несколько грибов с медвежьего помета, слизь улитки конус и немного морозников. Откуда взялись статуи? Этого я не знаю. Проклятие богов – великий ужас. Можешь сам на них взглянуть, но лучше прихватить мой эликсир. Что за морозники? Это цветы, которые растут на вершине самой высокой горы. И где эти грибы? На медвежьем помете. Обычно их можно найти в пещере, в горах к югу от дороги, ведущей в Метелену. Где найти улиток? Там, где теплые течения у восточного берега. Я ищу их в Акульей бухте. Но слизь должна быть свежей. Я найду все, что тебе нужно. Принеси их в мастерскую на холме, в восточной части Метелены. В пещере, в горах и на берегу. Ну почему все нужное не может быть в одном месте? Тихо! Что нам теперь?
Трофими. Гора. Где-то здесь должны расти морозники. Ugh.
Вот то место. Тут можно найти улиток. Меня будут искать. Нужно действовать осторожно. Тебе здесь не рад. Вот нужное место. Пещера где-то здесь, а в ней грибы. Эйла! Искать и днем, и ночью. Элла! Вернулся. Собрался? Да. Хорошо. Но сперва нужно убедиться, что он безвреден. На столе стоит последний фиал. Я не выпью эликсир из грибов с медвежьего помета. Не глупи. Выпей. Я... Что? Ты ведь веришь, что он действует, верно? Ты, видно, не в себе. Нет. Выпей сейчас же. Мне нужны образы для статуи. Это не статуи, они мои дети.
Ведом ли тебе страх? А тебе не страшно спрашивать о таком? Ха! Я могу предложить работу. Я никого не боюсь. А, но я не о людях. Медведи? Я делаю из... Я принесу. Отлично. Где найти? В охотничьем. Ты целыми днями можешь... Поторопись. За медвежьими шкурами нужно плыть на Хиос. Если меня тут заметят, будет плохо. Thank you.
Но! Давай. Этих шкур хватит. Пора возвращаться в Митилену за нагрудником. Принес шкуры? Вот твои шкуры. Впечатли... Спокойно, в чем дело? Мой муж опоздал. Нет, пропал. Они с другом хотели убить гигантского волка. Надеюсь, он хорош. Я... Как скажешь. Ты поможешь найти... Зачем убивать? Не убьешь волк. Я найду... Спасибо. Почему ты считаешь, что это... Муж сказал, что он... На юге от Метель... Он пошел... Я найду... Да помог... Это храм, о котором говорила жена. Надеюсь, меня никто... Снаряжение. Они были здесь.
кровь. Волк утащил второго мужчину. В пещеру, быть может? Одного из них убил волк. Это муж или его друг? Горы, куда охотники отправились за волком. Кто здесь? Женщина просила меня убить волка и спасти мужа и... Я друг. Ее муж мертв. Что внизу? Мы сняли шкуру с волчицы. Раздался жуткий горестный вой. Он жаждет меня. Убей его. Меня наняли убить волка, а не судить вас. Жди здесь. Спасибо тебе. Спасибо. Мой муж так и не вернулся. Скажи... Твой муж мертв. Нет! Но я убил волка и принес его шкуру. Надеюсь, тебя это утешит. Утешит? Смерть волка? Мой муж мертв. Ah.
чем дело? Работники больны. Моей семье нечего будет есть. Хорошо, что это не кара богов, а телесная хворь. Точнее, болезнь горла. Мистей, сможешь все раздобыть? Они не должны страдать. Конечно. Конечно. Да, я помогу. Прекрасно. Мои инструменты в древней жемчужине, а снадобья в бухте любви. Древняя жемчужина... В крепости в Рисой. Где в бухте любви мне нужно искать? В доме предводителя в метеле. Я принесу все, что... Поторопись.